В ассоциацию аграриев области сейчас входит 80 фермерских хозяйств. По словам председателя АКОР, подобные объединения помогают находить и решать значимые проблемы эффективнее. Важно нам создать такой контакт, чтобы фермер слышал, как власть реагирует, чтобы власть слышала и представитель от власти, какие проблемы у фермеров, чтобы потом решать эти проблемы. Наша задача в том, чтобы людям помочь, чтобы люди чувствовали это. А эффективность этого взаимодействия будет, если будет дружная компания или дружная команда, ассоциация. Чем крупнее ассоциация, тем, значит, правильно выработанные вопросы. Не просто крики, да, о помощи, а правильно выработанные вопросы. А когда есть ассоциация, значит, мы представляем общество. Нас будут уже видеть, слышать и с нами будут считаться. Поэтому только ассоциация может решить вопросы каждого фермера. Уже на первом съезде фермеры, еще не состоявшие в АКОР, приняли решение пополнить ряды ассоциации. Они смогли убедиться в том, что волновавшие их вопросы в коллективе решаются быстрее. Например, предприниматели давно озадачились тем, как быть, если хочешь расширить границы своего хозяйства. Наши хозяйства планируют расширяться. И по поводу земель мы хотя бы можем знать, что нас услышат. Мы можем к конкретным людям обратиться. Раньше этот вопрос у нас висел в воздухе. Куда, кому, что, как, были расплывчатые ответы. Сейчас у нас уже есть конкретные люди, кому мы можем подойти по решению этих вопросов. Но не только земельный вопрос вынесли на всеобщее обсуждение. Льготное кредитование – еще одна злободневная тема для аграриев. Тема доступности кредитов давно волновала фермеров. При оформлении от них требовался большой пакет документов. Представители АКОРа помогли и озвучили на съезде решение. Дружественные ассоциации банк уменьшил количество документации, а в будущем кредиты будут выдавать только лишь по одному заявлению. Вообще, такие объединения помогают предпринимателям наладить еще и прямой диалог с представителями власти. Не только ради собственной выгоды, но и в очередной раз напомнить – фермерство – это крупнейший кластер, который, в свою очередь, также может оказать поддержку государству. Олег Рожков, Дмитрий Наякшин, Александр Щеднов. Область новостей.